У нас в игре 3 миллиона. 3 миллиона игроков. Давайте же посмотрим, кто эти игроки. Давайте заходим и самое популярное имя. Вот. Вот они, эти игроки, которые заполняют нас. Но это еще не все. Если введете правильное имя, то вы найдете еще игроки, которые заполняют эти 3 миллиона. А еще можно вот такое ввести имя. И странно, такие игроки тоже есть. Ну-ка, а такие игроки есть? Есть! У нас такие игроки играют. Ну ладно, хорошо. А такие есть у нас? И такие игроки у нас есть! Всем детям отойти от экрана. Ну-ка, быстро ушли, все. Закрыли уши и глаза. О, у нас в атомном ударе есть нехорошие игроки. Ну-ка, колобок у нас есть? У нас есть колобки, у нас есть колобки. Колобки у нас есть. Вот, ребята, вам и все 3 миллиона игроков. А, да, кстати. Смотрите, сколько у нас докторюшек, докторишек, докторих, докторовидов. А если взять доктор, то и того, их вон аж прямо вон сколько, прямо вон. Прямо тьма. Видите, можно к любому обращаться. А ну-ка, есть айболит? Айболит. Айболит есть, а айболит есть. И айболиты есть. Вот, так что все нормально, ребята, все адекватно. У нас есть кому лечить. Давай к основной части видео, конечно. Привет всем, привет всем! Вас приветствует канал Лига Music Wars. Сегодня, ребята, мы пройдемся по двум уровням, 19 и 20. Не хотел делать очень длинную видяшку, поэтому мы просто аккуратненько посмотрим, что у них раскачано, глянем на студии. Ну, в общем, давайте смотреть. Сегодня первый у нас в рейтинге. Так, рассматриваем мы, конечно же, 19 уровни за все время. И именно по славе. И самый первый у нас это друг. Я постоянно с ним общаюсь. Алексей, привет. Прикольный чувачок. Очень забавный, конечно. Так, давайте посмотрим, что у него интересного есть. Ну, студия, как все видите, выкачана до 15-го. Так, 19-й, 19-й, 18-й, 19-й. Так, что? Статы. Вот примерные вам статы, ребята, для 19 уровня. То есть, ну, очень даже адекватные. Так, дальше у него выкачена молния по удару. Два у него стоит амулета. Конечно, их здесь не видно. Что-то ты не появляешься. Где Дракула твой? Где выкаченные эти? Че фонарь Джека в мертвом состоянии? Что-то как-то странно совсем. Алексеич, походу, что-то не играешь. Так, вот, смотрите, какая красота, да? 7 наград, на районе бьет. И в Эвенте первое место получал. На кошмарку, сколько раз? 46 раз проходил кошмарку вообще. Это просто эпик. Вот, это один из самых древних персонажей. Тоже здесь давно тусуется, 3 года. Молодец, ну хотя бы чуть-чуть сложил. А подарков не дарит никому. Вот донаты не дарят подарки. Ну как так можно? Ну как вот? Все, на золоте прошел. А экспедиции тоже не создает. Не хочет, видимо. Ну может копит куда. Ладно, Алексеич, давай назад. И чувак, привет. Я голубой. Сапом тебя на 19 уровень. До этого я тебя видел. С обзором на предыдущем. Хорошо, что ты вернулся. Мы рады тебя снова видеть. О, Дракула у нас прокачанный, смотрю. Тут паук ненужный вообще. Никому никогда нафиг он нужен. Почему, кстати? Смотри, ни одного аркона нету. Все пустые, как будто арконы из них повыковырили пассатижами. Так, а вот этого, смотрите, параметры. 40, 68 сила. Ой, жизни. Ой, блин, вообще. Да, жизни. Живучесть. Блин, косит порт. Ну-ка, что в инфо написано? Что-то печально как-то все. Награблено 373 миллиона. Маньяки вообще.
Так, а у него получается или кукловод у него стоит. Кинг-Конг стоит. Какой второй-то у него навык? А, второй у него реанимация от медсестры. А лечение он просто так поднял на 5 уровень. То есть все понятно. Странно, несколько этих держит на активных навыках. Зачем? Неизвестно. Студия, правда, тоже выкачала. А, он ее заново сливает. Новые. Вот смотрите, обладатель трона и марка. Ну, этот парнишка, конечно, не только попадет в сильнейшие игроки, он еще и мало того попадет, скорее всего, в новую рубрику топ-донаты. Потому что этого я уже давно знаю. Он тут, знаете, вот, если посудить, смотрите, у него тут, видите, какие трофейчики стоят. 13-й год, представьте, 14-й, 15-й год, 17-й год. То есть, а где остальные? Вот это вот время, когда, куда он пропал. Лучший музыкант, второе место. Все равно с возвращением. Нифига себе, 1000 наград. Вообще красавчик. Только кошмарки начал ходить. Вот, персонажу тоже 3 года. Тоже очень давно тусуется. Не слаживает музбокс. Ну, как всегда, как обычно. А где подарки? Тоже подарки не дарит. Ну, хоть бы чуть-чуть. Топ-донаты, ну побегай, 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 синий, туда-сюда, давай, на, давай. Так, ой, это я косичну. Так, пошли на 19-й за все время. Вот этого, кстати, я так и не понял. Вроде парень не играл, то есть у него этот есть, а в группе его нету, очень странно. Не открыто, половина инструментария выброшена, то есть, ребята, если кому-то надо, вот его можно фармить. Если кто бьет его, у него, скорее всего, кредитов много. Потому что что-то он все забросил. По навыкам у него кукловод стоит. И стоит медсестра. Реанимация на первом уровне. Вообще, то есть, ну, видно, да? То есть, примерно как развиваются все одинаково донаты. То есть, у них молния, кукловод стоит. Дальше стоит реанимация, скорая помощь, то есть, ну, для жизни это правильно, должно сказать, адекватненько. А, что-то пояс этот недокачанный. А вот скажи, сейчас персонаж 3 года, вот 100%, вот 22, он даже на своих статах умудрялся, видите, заходить. Вот подарки дарит человек. О, видите, подарите 50 подарков, вот, 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 молодец, видите какой, вот он поддерживает. А персонажа, смотрите, нету, да? Нету, даже года нету еще, а он уже на 3-м месте по общему рейтингу. Просто красавчик. Вообще молодец. 504 славы. А что остальные-то все? Вот смотрите, допустим. Из джокеров. Вот у него 70%. А славу, смотрите, не бьет. Но он, скорее всего, на уровне сидит, ему тяжело, да, получается. 30-36. А, у него не сильно, кстати, навороченные параметры. Хотя умение, а умение у него много лишнего. А 70 выбивает. Ну что могу сказать, молодец, молодец. В общем, два еще более-менее нормальных, а одного как-то не очень. Так, и 20-й у нас за все время. О, красивая. А еще одна мулаточка. Но вот видно, и вот это играет. Я как-то где-то ее уже видел. Псионик, 20 уровень. Блин, такое ощущение, что она апнулась на несколько уровней вверх. Что-то я так решила к 22-му идти, что ли. О, параметры, смотрите. Вот параметры 20 уровня. 80, 60, 76. Вообще красота. Ой, целая гора животных, и еще клетка, походу, да, еще и клетка забита, то есть мало того, что эти есть, еще 7 там сидит. Это обладатель у нас Марка, правда, первого уровня, но все равно, у многих вообще его нету. По навыкам что у нас есть? По навыкам у нас мстители, уклонители и так далее. Все так, а амулета 2 у нее стоит на реанимацию, первую помощь.
стандартный набор для игроков, предположительно, которым уже больше 3 лет, да? Ну-ка, 515 на турнир. Так, 26, 17, 7, сколько? 64. В этом году поздравляю. Лучше в своем стиле. Я говорю, где-то ее видел. 100%. The best of the best. Да, персонажу 3 года. То есть молодец, за такое время очень держится. Смотрите, 500 подарков подарил. Ого-го-го. Вообще прям, это топ-донаты. Не только сильнейшие игроки, но и действительно топ-донаты. Ладно, психом. Так, вернемся на 20 уровень. Так, этого я не рассматриваю, хоть и чувак, видимо, играл. Вот, смотри, давайте посмотрим. Вот такой вот прикольненький чувак. Вот он. Статы еще охренительные. То есть у него даже ледяной трон стоит. Ну-ка еще. Но уже не играет. Уже не играет. Уже ему не интересно. Ну, чистой воды ботовод. И забросил, кстати. Видимо, что-то не понравилось. Так. Нифига себе, смотрите, лунные волки. Лунным волкам привет. Лунным волкам привет. Придется всех вас... А, нет, влюбленную мечту. Получается, этого я тоже пропущу. О, ой, какая. Заметьте, вторая. Получается, два персонажа и оба девушки на 20 уровне занимают, можно сказать, первую, вторую строчку сильных персонажей. Что у тебя есть интересного? А вот у нее есть и трон, и айрон. Железный человек. Ха. 60, 70 тысяч, 70 тысяч, 50. Вот статы хорошие вообще. Вот от них надо будет потом равняться. Так, а что у тебя есть по амулетам? Так, у тебя есть Кинг Конг, вижу, 18-й. Реанимация медсестра есть. И нет у него абсолютно никакой активки. Это чисто пассивный персонаж. Ударный пассивный персонаж. Так. Второе место в марафоне The Best of the Best этим сентябрем. И в 15 году второе место на марафоне The Best of the Best. Так, 852. Это вообще... Ну, пока до 1000 не дотягивает, конечно. Голубой в этом отношении пока лидирует. Так, подарки персонажу тоже 3 года, я смотрю, выходит. Вижу, тоже потихонечку собирает. 10 раз подряд так не получается. Блин, это сколько ж надо? У меня тоже не получается взять. Так, ну и назад. Давай еще один. Там у нас получается... Так, лунные волки, наверное, я пропущу. Потому что странно, что у человека звания нету. Видимо, тоже уже месяц, как может, у этих. И мы к влюбленным в мечту. Укуренный, привет. Привет, чувак. Ох ты, нифига себе. У него кровь Дракулы плюс один. Вот кто забирает их. Я тут, значит, кидываюсь в лотерею, значит, по билетику одному покупаю. А тут все укуренный, оказывается, решает. Кинг Конг недокачанный почему-то. Ну ничего, сейчас к Новому году все выкачаю. Странно. А, вот у него есть эксцентрик только 20-го получается. А, еще и агрессия 20-го. А все остальное у него 19-го и ниже. Так, он 50 и 50. Ох, красота какая. А вот это лишнее, я думаю. Зачем 5 мастеров, еще этот надо перекачаться. И вроде персонаж адекватный, а что-то как-то странно себя этого. Конечно, я понимаю, что расход там вдохновения всего 30% на лечение, но представьте, можно там и пассивку, и все раскачать. Ненужная вообще, натравка тоже, нафиг она нужна. Такое ощущение, что персонажа, короче, продали уже и бросили. То есть потому что в каком-то непонятном соотношении находится. О, Сергей Опосад, привет! Ну-ка. Я думаю, что тоже... А, вот, кстати, ничего нету пока. Ну ладно, ничего нету, ну и ладно, пока. 24.
тут 14 и 44 награды. О, скоро будет праздновать 3 года. Надеюсь, мы этот момент застанем. Будем следить, что и как. Тоже подарки не дарят никому. Хоть бы, говорю, людям подарили. Столько покупают. Кровь Дракулы, он сколько рубинов туда вкидывает? Они не хотят. Вот. Ну, тоже у меня. У меня тоже, кстати, серебряный стоит. Не могу тоже в этом. А дальше сейчас, я не знаю, набирать еще много будет. Так, ну и давай еще посмотрим. Не, дальше вниз я уже не пойду. Дальше хоть и интересные звания есть. Вот, смотрите, и тут мутный какой-то есть. И без группы почему-то вышел. И вот еще с влюбленных мечту эпик драма. Но этих мы уже рассматривать не будем. Ну вот, ребята, это у нас 19-20 уровни. Вы посмотрели, да, средние статы на 19 уровне это примерно 60, примерно 50, 40, 60. На 20 уровне средние статы 75, 60, 50 и 60, где-то примерно так. Это, ну, например, топовые, короче, статы получаются. Ну, чтобы более-менее быть нормальными, надо таких стат хотя бы на 40% не отставать. Спасибо всем, кто смотрел, ребята. Это были сильнейшие игроки 19-20 уровня. Ставим лайки, подписываемся на канал. Впереди нас ждут дальше два топовых уровня. 21-22. Посмотрим, как же наша двойка это откачивается. К ней как раз и стремятся, к 22 уровню. Она является завершающей, получается, в своей группе. Счастливо, короче. Все, давайте, ребят. We'll be right back.